Сегодня в Судогде состоится подписание соглашения о сотрудничестве между отделом специального назначения УФСИН «Владимир Мономах» и Свято-Екатерининской православной школой. С этого дня федеральная служба станет официальным шефом школы. Ранее сотрудники спецназа уже проводили занятия по физической подготовке, участвовали в работах по восстановлению старинного храма, организовывали военно-спортивные состязания. А с начала учебного года будут заниматься раз в неделю и с первоклашками. Ребята освоят навыки строевой и медицинской подготовки, приемы борьбы, основы топографии, а в конце года планируется совместный поход. А сегодня ученики школы организуют концерт, а спецназовцы – показательное выступление. Также ребятам подарят военно-полевую форму.